Бекки – это профессия, которая с момента начала своей работы привыкает к любым условиям, к жаре, и к холоду, и к дождю, и к ветру. Это основа строительных работ. Говоря о строительной отрасли, нельзя не сказать тех, кто работает на промышленных предприятиях, производящих различные строительные продукции. Я хотел бы и руководителям строительных организаций, и рабочим строительных специальностей пожелать прежде всего работу. Чтобы эта работа была, ее было много, и эта работа высоко оплачивалась. Сказали, мы будем развивать, а те недостатки, которые еще немного есть в нашей отрасли, в нашей работе, мы сможем исправить в будущем. Здоровья, благополучия вам, удачи и, конечно, всем нам с вами стабильности и уверенности в завтрашний день. С праздником! Еще раз поздравляю всех награжденных. Это только малая часть, и кто, видите, на 20 часа затянулась церемония.